Бол Рица Шарм. Территория отдельная у Рикса Шарм, а мероприятие можно посещать и Рикса Сигейт, и оставаться здесь. Мы вот ездим день там, день тям. Сегодня у нас в 6 часов сансет пати на пляже в Рикса Шарме. Здесь у нас такой прикольный лобби-бар, смотрите. Ну так, в общем, я поснимаю вам теперь обзор Рикса Шарма. Нахожусь сейчас в пляжной зоне. На энное количество дней здесь. Вот есть у меня возможность поснимать сейчас. Так, что у нас на пляже есть? Значит, на пляже у нас есть также а-ля-карт. Вот здесь вот это зона сансет-бара. Здесь тоже проводятся дискотеки иногда. Вот там вот находится зона вечерней анимации. Вот там еще проводятся всякие дискотеки. И еще возле ресепшена амфитеатр. Сейчас мы с вами пройдем на пляж и посмотрим, как выглядит пляж. Сейчас отлив. Такого отлива не было. Сейчас прям сильный отлив и в Сигейте, и в соседних отелях. Ну, прикольные вечеринки, но как такового заката, вот такого обалденного, я не видела. Зато здесь в Сигейте очень классные рассветы. Вот, фотозона здесь, прикольно пофоткаться. Но сейчас, видите, вообще сейчас, какой сегодня у нас, 30 января. Вообще сильнейший отлив. Вот прям не было так. Сегодня какой-то вообще сумасшедший отлив. Понтон здесь покороче, чем в Сигейте. Сейчас посмотрим с другой стороны. Да, пляж, конечно, сейчас вообще трешак. С детьми вообще здесь. Это же adults only, здесь только с понтона. Заход в море. Отлив, конечно, сейчас вообще жестяковый. До обеда не было такого. Ну, это Напка, и сейчас прохладно. Вот этот сансет-бар. На закате, конечно, симпатичнее все смотрится. Танцует пиджей, музычка здесь такая. Потом дискотека бывает, по-моему, до часу ночи. Сейчас пройдемся в зону, по зоне пляжа. Мест много, всем хватает. Здесь кому мест не хватает на вечеринке, здесь людишки размещаются. Кабаны за дополнительную оплату. Так, давайте пройдемся в эту сторону. Курсируют шаттл от Сигейта в Шарме и обратно. Ехать на шаттл-басе где-то, не знаю, минуты три. Если пешком, между отелями я замеряла лично, тут бегала где-то 1 километр.
1 километр 200 метров примерно. Вот там уже, в принципе, конец отеля. Здесь волейбольная площадка играет. Вот какие-то два рестика. Так, давайте посмотрим. Я в этой, кажется, зоне даже не была. То есть можно отдыхать и в Сигейте, и в Шарме. Ну что-то... Ага. Вот, возле пляжа, получается, здесь бассейн и главный ресторан. Да, в ресторане мы кушали здесь с девчонками один раз. По сервировке даже лучше, чем в Сигейте. Нам понравилось, как внешне все оформил здесь шеф-повар. Вот, как выглядит это. На улице есть места и также внутри. В 6:30 начинается ужин. Гольф-кары курсируют и по территории, и между отелями, как я говорила. Значит, на пляже мы видели две зоны вечерней анимации. По QR-коду можно через WhatsApp запросить программу по Риксосам на каждый день. И, в общем-то, перемещаться там, где интереснее программа. Потому что она отличается. Допустим, вчера она была одинаковая, в принципе, и в Сигейте, и в Риксошарм. Но, посидев в Сигейте, в общем, там немножко отличается. Музыка здесь же только для взрослых. Скучновато по репертуару. Поэтому, ну, как бы, для молодежи лучше сюда. Ну, хотя бывает и в Сигейте интереснее мероприятия. Так, пойдем на Hello. На ресепшн пойдем, поснимаем. Я вообще мало езжу на шаттлбасах, но вот здесь вот такие есть остановочки по территории отеля, и люди пользуются. Бассейны с подогревами. Где-то 24 градуса, примерно так. Так, поднимаемся вверх, и здесь у нас второй бассейн. Я как-то не дошла на нем сюда отдохнуть, как-то я не дошла. А загрузка отеля сейчас у Риксосов отличная. Для низкого сезона 60%, как говорили, да, отличная загрузка. Ну, лично я себе слабо представляю, что может быть лучше в Шарме по сравнению с Риксосами. А ну Санрайз еще, ну в Санрайзе будет тоже ничего, но все же это не Риксос. Людишек немного, кстати. Уже солнце садится, поэтому в основном днем я сейчас в свитере. Потому что прохладно. О, ну здесь прикольно то, что побольше бассейн. Блин, зря я здесь не была. Можно было нормально тут заплыв устроить, потому что в Сигейте максимум круг где-то у меня получался, наверное, 200 метров. А здесь один круг так нормально можно позаниматься спортом. Все в конце узнается. Так, и сейчас мы пойдем вот там вот ресепшн и зона вечерней анимации, вот туда пойдем. Вчера я там была, вчера был понедельник, такой вчера был лайтовая программа вечерняя в обоих отелях. Сегодня примерно, по-моему, то же самое, немножко разница есть. Все туристы даже, оказывается, знают, мы так встречали иностранцев, что можно ездить с одного в отеля в другой. Да, и пользоваться всем, что здесь есть, как и ресторанами, так и анимацией, бассейном.
Ну, то есть, если не просветил турагент, ну вот людишки как бы и не знают. По-моему, здесь где-то еще есть круг. По-моему, как в Сигете, два круга. Но я не в курсе тут. Аскобы, наверное, не буду искать. И так, в принципе, должно быть понятно. Так, вот здесь вот, получается, возле лобби, возле ресепшена, зона вечерней анимации, диджеи. Здесь народ заседает обычно. Всем мест хватает в основном. Только если вот кто-то прям очень крутой приезжает, бывает проблема с посадкой, что не хватает места. Так, в принципе, мест достаточно. Вот, и это сам ресепшн. Сейчас вам покажу, как выглядит ресепшн в Риксашарме. Так, ресепшн. Я не знаю, говорят, здесь два ресепшена. Не знаю. Значит, я была только вот здесь вот. Поменьше этот ресепшн. А сейчас я уточню. То есть мне в Сигете ресепшн побольше нравится. Так, не похоже это на основной ресепшн. Да, какой-то дополнительный, надо узнать. Хотя, все может быть. Так, и как выглядит подъезд сюда. Вечером, если не забуду, поснимаю, как это выглядит все вечером. Все светится так красивенько. Там, в общем, все мероприятия проходят спортивные. Вот вход главный. Одна штука, кому нужны египетские фунты, вот в таком банкомате я сегодня меняла. Курс невыгодный. Фишка Египта в том, что курс черного рынка и официальный отличается практически в два раза. То есть здесь 30, а вообще как бы 40, 60. Курс такой, да. Поэтому если вы таксистам говорите цену в долларах, согласуете, он вас потом не примет по курсу нормальному в фунтах. Сразу согласовывайте цены в фунтах. Вот здесь проходит автопати, дискотека. Вчера мы здесь зажигали. Вот, небольшой, диджей вот здесь вот стоит. Небольшое помещение, нормально. На автопати немного было людей. В Сигете вообще мало, здесь побольше. Ну, давайте с другой стороны вам поснимаю. Попробуем, наверное, найти вторую часть отеля. А вот, наверное, куда шаттл Васа поехал, там оно и есть. О, сегодня прям прохладно, в свитере гуляю. В общем, только что переговорила с коллегой, они живут сейчас в White Hills и в Мераке, ну, в Санрайзах. Лучше Риксосов нету в Египте. Поэтому, если вы сомневаетесь, не сомневайтесь. А, смотрите, здесь у нас часть отеля, от которой удалена вот анимации. Здесь такой релакс-пул небольшой, детский бассейн с горками. Угу. Здесь потише будет. Три горочки. Ага. И здесь будет поспокойнее. В этой части. Так, посмотрим. Ну, русских, конечно, хватает, да.
кстати, у меня чуть с одним русским тут это... Драка не случилась. Ну, почти, так скажем. Ага. Не наглые, сука, все. Помогай, да? Угу. А, расцветка, как у отелей в хардроковских. Такие бордовые зонты. Я так понимаю, что это будет главный ресепшн. Сейчас мы туда пойдем, посмотрим, что там. Вот эта часть мне, кстати, больше нравится. Такая прикольная. Все, весь народ получается здесь. Вот не на там, не на больших бассейнах, а вот здесь вот. Тут так красивенько. Блин, надо ходить поделать хотя бы фоточки. Фотографии не делала. Hi. Hi. Так, итак, мы находимся в основной зоне ресепшена Рикса Шарм. Мы здесь пробегали, когда обзор делали. А, ну похоже, да, на все гейти, только люстра, получается, другая. А тогда по атмосфере, в принципе, все похоже. Между двумя отелями находятся еще два отеля. То есть они не стенка к стенке. И со второго этажа лобби-бара поснимаю. Получается, по территории. Вот это зона релакса, а вот там вот такой же круг номеров и зона амфитеатра. Deluxe Room Rixa Charm. Красивенько. Большая ванная. И сама комната. Минимальная категория номера Superior Rixa Charm. Не такая большая горка. Балкончик там есть. Здесь ванна с душ-кабиной. Следующая категория сюит. С межкомнатной дверью. Знаешь что? Есть? Давай ты мне снимешь. Такая же самая ванна. Сюит Swim Up. Номер со своим бассейном. В номере вот такой свой бассейн.
предоставляется в этом типе, типа номера пляжные тапочки, пляжная сумка. Большой гардеробный шкаф. Ванная комната. Душевая кабина на входе. Ванна. Сама комната за шторкой. Огромная ванна.